Признанному иностранным агентом-юмористу на этот раз не удастся выйти сухим из воды. По всей видимости, за него взялись по-серьезному. В последнее время признанный Минюстом РФ иностранным агентом 46-летний Максим Галкин стал позволять себе все более резкие и скандальные высказывания. После того, как он неудачно пошутил про Киркорова в лосинах и голову Скобеевой, экс-ведущий Первого канала внезапно облил грязью других. Между тем, известный публицист Михаил Шахназаров считает, что судьба опального юмориста в России решена. «Я уверен, что после вчерашних слов Галкина ему уголовку пришьют», — подчеркнул журналист. Шахназаров также обратил внимание на то, что громкие слова артиста не вызвали никакой реакции у его коллег по сцене. Когда в свое время телеведущая Маргарита Симоньян высказалась о сексуальной ориентации супруга Аллы Пугачевой, все резко бросились его защищать, но сейчас почему-то молчат. Вот Незлобин, который Галкиным восхищался, почему молчит? Никто не захотел из коллег осудить шутку Галкина про голову Скобеевой в руке Киркорова. А почему вы взывали, когда Симоньян сказала про его ориентацию? А почему не взывали, когда ему сделали программу на федеральном канале, где он общается с детьми? Для меня это было дико, признается Шахназаров. Что касается самого Галкина, то сейчас он стремится по максимуму воспользоваться возможностями, которые открылись ему в связи со сложившейся ситуацией. Сбавлять обороты сатирик не намерен. В частности, Максим Александрович уже объявил, что осенью его поклонников ждет новая программа. Концерты уже намечены в Израиле. Сейчас, напомним, муж Пугачевой колесит по США. А что по этому поводу думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.